Вас приветствует супермаркет «Тимян». Мы находимся на испытательном поле на юге Украины. Сейчас я хочу вам представить красный лук под названием «Каунтач». Производитель «Нунемс». Это гибрид. Лук лежит в поле уже 4 дня под солнцем. Он небольшой, не крупный, потому что он был в стрессе. Были ужасные погодные условия для его выращивания. Изначально были сильные проливные дожди, сейчас ужасная стоит жара. Поэтому, в принципе, лук себя показывает очень хорошо. Перо у него небольшое, то есть шея маленькая, узкая, что показывает тому, что лук не болеет. И он может храниться где-то в районе полугода, 6-7 месяцев. Когда он будет храниться, лук еще будет набирать свой цвет внутри. Сейчас вот у него середина белая, но когда он будет лежать на хранении, цвет, красный цвет дойдет до самой середины. Что каждая чешуя, можете посмотреть, если вот она приобретает красивый, насыщенный.